И снова всем привет, дорогие друзья, вы на моем канале Stickies228. Извините, что у меня перевязано горло шарфом. Вам, наверное, непривычно, но у меня болит горло, как вы знаете, если смотрели мои последние ролики. И разговариваю я немного не очень. Это видео будет посвящено тому, как я отношусь к хейтерам на моем канале. Если вы заметили, то на моих видео ставятся дизлайки. Я предполагаю, кто хейтеры. Предполагаю вообще, почему они это делают. Это люди, которым вообще, извините за выражение, долбоебы. Они сами ничего толком не умеют и могут судить только других. Вот на моем канале все нормально, все хорошо, другим нравится. А те, кто это делают, они просто долбоёбы. Они толком сами ничего не смогут сделать, они сами ничего не умеют, как я уже говорю. Они вот только, правда, судить других умеют. А им ничего не нравится, они вот такими качествами вообще ничего не добьются, можно сказать. Они просто насоляют другим. У них ненависть к чему-то, или даже просто вот они, им даже не то, что им не понравилось, а им это как бы нравится делать. Это как бы их уже хобби. Делать хейтерские вещи, там, например, ставить дизлайки или писать плохие комментарии. Это все я уже знаю, хорошо знаю. Так что извините меня за кашель, за то, что я болею немножко. Я постараюсь побыстрее вылечиться, чтобы, ну, как бы, хороших роликов выходило почаще. Не забывайте подписываться на мой канал, жмякать на колокольчик и ставить лайки. Набирается 2 лайка, я сразу же делаю новый ролик. Ну, все то же самое правило. Это просто такой разговорный ролик. Вот правда, хейтеры, они... Не знаю, как сказать. Просто люди, которые не находят ничего от собственной безысходности, они судят других, и им вообще вот все не нравится в жизни, они чего-то не добились, все у них плохо, и из-за этого они делают людям другим плохо. Это то, что, например, тебе насолили, и, ну, что-то сделали плохое, а ты Извините. А ты срываешься... на другого человека, который к тебе хочет как лучше. Я не буду разглашать видео, кого я думаю, кто хейтеры, но я предполагаю, что это они. Не буду этого разглашать, они сами, наверное, знают, кто ставит мне дизлайки. Но все равно другие-то меня поддерживают, и как-то, я не знаю, пытаются как-то тоже поднять меня, как бы. У меня на моем канале уже 21 подписчик, поэтому зарегистрировал я его еще в июле, канал. Начал снимать видео где-то в сентябре, ну, или в ноябре, в октябре где-то. Ну, в ноябре, по-моему, когда прилипалы вышли, да. Тогда я только начал снимать. Да, тогда я только начал снимать. Поэтому не будьте такими, как они, хейтерами. И не будьте такими ненавистными к людям. Они пытаются сделать хорошее. Они пытаются как-то показать себя с лучшей стороны, хоть они и бывают какими-то там упырями. Извините за выражение тоже. Но все же, я не знаю, как таких людей просто вот... Даже земля носит. Которые ко всему ненавистны. И тем же самым делают просто вот плохие вещи. Поэтому я не знаю, как относиться к таким людям, если они относятся к тебе. Вас обижают, вы просто промолчите и все там, погрустите. И все, но не надо на других срываться. Верно же? Я желаю, чтобы вы не попадались под хейтерство. У меня тоже, ну, друзья, вот у них тоже есть каналы. Те, кто мне в стрим писал, я тоже на них подписан.
У них тоже хейтеры, там у них по 10 дизлайков, по 20 дизлайков, у кого там вообще 1000 подписчиков, к примеру. Там у них по 500 дизлайков. Вот, ну, хейтеры. Блин, они делают прекрасные видосы, они стараются, честно. Они пытаются как-то себя с лучшей стороны показать, еще раз повторяюсь. А вот это хейтерство. Не то, что... Ладно, если б я понимаю, видео было бы не очень хорошее. Ладно. Но это можно, да, поставить дизлайк, если тебе не очень не понравилось. Или можно просто промолчать, не ставить ничего, не писать комментарий, просто написать. Или написать комментарий, мне не очень понравилось, и все. Но такие люди, которые просто ставят дизлайки, это хейтеры. Я желаю, чтобы вы никогда на них не попадались, и чтобы вы оставались тоже честными и не ставили другим людям дизлайки, ну, если вам, конечно, не понравилось, и не стали хейтерами сами. Я желаю вам удачи в жизни, желаю, чтобы вы так же не болели, как сейчас я. Всем спасибо, всем пока, желаю вам удачи и хорошего вам настроения, зимнего настроения. Покедова.